30. А, 35. Вот чем вы занимались до этой войны? До этого времени занимался механизатором. А давно автомат пока держите? Да нет, уже. Как вам сказать? Пришлось взять не так уж давно. А почему пришлось? Ну, понимаете, в семье жертв нету, у каждого в семье жертвы есть. Приход, нужда заставляет. У вас в семье кто-нибудь погиб? Погиб, брат погиб. За брата воюете? Да, не за брата, но просто за честь, за свой народ, за все боремся. Больше за все. Ну как давно? Год-два назад? Ну как вам сказать, как с первого дня вроде бы. Да. А вы всю жизнь здесь жили? Здесь жил. В Аргуне? Да? В Аргуне. Кто сейчас власть имеет в Аргуне? В Аргуне? Это я не могу сказать. Но здесь представители одной власти или разных? Ну как вам сказать, тут по-моему, пока одна власть. Двух власти, двухналичников тут нету, реально. Может, сверху двухналичников есть, а тут нету двухналичников. Один держит только. А пришлые группы к вам приходят? Со стороны? Не видал. Здесь вы сами себе хозяева? Сами себе хозяева. Война закончится, что делать будете? Ну, в дальнейшем мы приступим к жильям или полями, приступим работать. И у кого дом сгорел, тому помощь будем обеспечивать. Но друг другу будем помогать. Больше ничего, никак нельзя заниматься, только по хозяйству только. А чем еще заняться? Сейчас ни работы, ничего нету. Все пройдет, все будет нормально. Сильно мира ждете? А? Мира ждете? Очень даже. Кому она хочет? Лично им тоже, я думаю, с этим солдатом тоже не хочет воевать. И тем более нам тоже не хочет. То есть нужда заставляет? Да, нужда заставляет всего. Каждого, я думаю, заставит нужда. Так же поступаем. А вот у вас лично в подчинении сколько человек? Нас в подчинении выше. Ну вот у человек. Вас, вы старший, у вас. Да нет, старший он. Ну человек 30 лет так у нас. Да. Просто патрулируем и сопровождаем. Больше ничем не занимается пока. А патрулируете город сам? Да, в Аргун патрулируем. Полностью. Как вот местные жители вам за это сильно благодарны? Пока нормально здесь. Благодарны. Да. Включают хорошо, что порядок наводим. Нормально, все хорошо. А среди местных жителей, аргунцев, сколько было жертв во время августовской стрельбы? Ну, я не могу это сказать. Ну, были среди мирных жителей? Было, очень много даже было, но я не могу сказать, сколько было жертв были. Мирных, дети, женщины, мужчины, много было.